Сначала, ребят, думал за перчатку, даже не почувствовал. В итоге загнал тройник вон насквозь. Профигачил мне, короче. Сейчас будем операцию проводить по освобождению, блин. Ребят, всем здорово. Сегодня будет очередная рыбалка. Вот время, наверное, часов 5. По погоде минус 4, минус 5 с утра. Но потом разогреет до плюс 17. Судачок, ну вот неделю назад ездил, но был без камеры. В принципе, поклевывал. Поймал много. Особо афишировать не буду. Взял я там одного на 2,980. Ну, трешку. Первая трешка сезона. Вот, ловил на джик и на воблеры. Но ситуация на реке резко изменилась. То есть ребят вчера ездили и говорит, что в принципе он свалил своих привычных бровок. Сейчас где-то в корягах. Поклевок не так много. Появилась щука. Срезы, то есть. Такие вот дела. Ну ладно, затягивать не буду. Пойдем кого-нибудь поймаем. Обещают там по погоде дождик часам к 7-8 утра. Ну, не знаю, пока не тучки. Посмотрим. В принципе, не ветра, штиль. Там видно будет. Тяга, кстати, маленько еще подспал на реке. Начнем опять с вороны. С такой яркой. Вода мутноватая еще. Вот, китайской. Отлично она работает, не хуже оригинала, а по цене дешевле. Тычок легкий был, приманку он стащила. К вопросу, кстати, почему так часто ловлю на ворону. Ну, у нее подача приманки сейчас, на мой взгляд, самая правильная. Ну, одна из самых правильных. Потому что пятка широкая. И на легких грузах дает она необходимые завесоны. В принципе, на которых судак клюет. Бывает, резче проводку делаешь, допустим, пауза меньше, ну и приманка узкотелая, допустим, с маленькой пяткой. Она не дает тех завесонов, поклевок нет. Ставишь ту же оворону, поклевки есть. То есть по судаку нюансов много. Даже каждая мелочь играет роль. Да. Это формат не наш. Сейчас опустим. А это берж у нас. Такой вот бершишка. Грамм 250, наверное. Сейчас тоже отпущу. В
пузатый вон весь, с икрой, наверное. Шнуры пошли. Да, ее только тут не хватало. Шнур. Неплохой сел. Судачок вроде хороший. Да, двушка. Минимум. Даже больше. За два, по-моему. Да, это где-то 2,5. Такой судак хороший. Вот такой вот. Ближе к 3. Думаю, где-то 2,700. На воблер взял. Воблер он за перчатку зацепился. Такой вот воблерок китайский. На прошлой рыбалке тоже мне принес пару судаков. Сейчас я его покажу. Сначала, ребят, думал за перчатку, даже не почувствовал. В итоге загнал тройник вон насквозь. Профигачил мне, короче. Сейчас будем операцию проводить по освобождению, блин. Говорят, китайские крючки плохие. Секут как надо. Ладно, сейчас буду вытаскивать как-то. Пассатижи нет с собой, сломать бы его. Сейчас что-нибудь подумаем. Вытащил, ребят. Тройник не ломал даже.
подогнул жало просто карцангом. Вот. Если нет плоскогубцев, как вариант, то есть жало, вот эту часть подгибаем туда и в обратную сторону. Ну, потерпеть надо было, конечно. Дырка у нас осталась. Ну, ладно, это мелочь. Че, ребят, вот такой вот судакевич попался. Хороший. Ну, трешки нет, конечно, в нем. Ну, где-то 2500, 2600, я думаю, есть в таких пределах. Трешку я на прошлой рыбалке взял на 2980. Но это тоже товарищ такой приятный. Вот. Загнал мне крючок, как уже сказал. Но это мелочи, это рыбалка бывает. Погнали дальше. Такой грамм, наверное, 900, около килошник попался. Такой вот оборона, все та же мередит. На длинном зависании легкий грузик стоит. Такие дела. Шнур. Второй уже за сегодня шнур. Угу. Сам освободился. Сейчас мы его утопим домой. Стой, стой, стой. Есть. Ну, что-то не крупное. Шнур, наверное, опять. А нет, сюда чишка. Мелкий. Сейчас его отпустим. Такой вот грамм 450. Сейчас отпустим. Была потяжка, без удара. Да. Бершик с потяжкой. Такой вот некрупный. Сейчас отпущу его. Thank you.
Такой вот судачишка. Грамм 700, наверное. Сейчас я его отпущу. Наслак, ребят, першик. Такой вот берж. Есть. Оторвал, ребят, я китайский воблер, поставил Deep Spire 60. Ну, китаец, в принципе, трех судачков не принес. На прошлой рыбалке вот двух и одного сегодня такого хорошего за 2,5. Цена вопроса там была 100-150 рублей, что ли. Крупный. Сейчас мы его амнистируем. Такой вот полкилевич. И Deep Spire. Возвращаясь к машине, заметил, что коровы не просто потерлись об мой бампер, поцарапав его, но еще и разбили мне фару. Будьте бдительны, не оставляйте машины где попало. Ну все, ребят, закончил рыбалку я свою. По итогу вот двух судачков забрал, один неплохой, трех отпустил, мелкие. Ну еще так, щучки, вот эти три берша там, тоже все отпустил. Вот, рыба неактивна. Ну, от берега рыба начинает отходить, то есть уже начинает вставать на коряге судачок. Нет-нет, по коряжкам поклевывает. Куча тычков, пустых поклевок. С утра течения вообще не было. Потом немножко тягу дали. Такие вот, ребят, дела. И на воблеры, в принципе, и на джик ловил. Вот. Использовал легкие веса. Ну, такие, от 4 до 6 грамм кидал. Сейчас вот ветер поднялся, дождя так. Ну, что-то поморосил немножко, ну, дождя такого сильного какого-то не было. Ладно, ребят, кому понравилось, ставим пальцы вверх. Всем удачи, пока.